Ключевой приоритет работы Сената – реализация поручений президента, нацеленных на развитие страны и регионов. Об этом Касым-Жомарту Токаеву рассказал спикер Верхней палаты парламента Маулен Эшимбаев. На приеме в Акурде сообщил он, что сейчас сенаторы работают над законопроектами по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, здравоохранения, трансферного ценообразования, миграции населения, связи и цифровизации, науки и образования. Еще одной темой разговора стала активизация работы с депутатами маслихатов. К слову, местные представительные органы в этом году отмечают 30 лет с момента появления. Этой дате посвятят международную конференцию. Активное содействие развитию регионов глава государства назвал важным направлением государственной политики и отметил, что к этой работе следует широко привлекать депутатов местных маслихатов.